как не своей людей. Как выпустили машину? Так, а как могли вы сесть в эту машину? Это же безопасность в первую очередь ваша и окружающих людей. Вдруг понесет где-нибудь. Правильно я говорю или нет? Да, вы абсолютно правы. Ну вы так роздивляетесь, наче первый раз бачите цю резину. Я просто сегодня первый раз сел на эту машину. Вы с утра, когда принимаете машину, не проверяете? Как вас механик выпускает на... У вас есть механик? Да, есть. Есть, який несе повну відповідальність. Пообщаемся с водителем, сижу с командиром рота, скорее всего, машина. Напишу пиратор, да? Да, напишу рапорт. А как только будет оборона? Народное ополчение 9. Практика, конечно, там же можно. А можно ли представиться? Старший инспектор патрульной полиции, лейтенант полиции Победина. Скажіть, будь ласка, я звертаю увагу, ви постійно їздите на грязних автомобілях. У вас є мойка? Мойка є. Ну, а чому ви не ви видаєте, ви виїжджаєте? Є відповідальний за цю машину? Є. А чому ви не підтримуєте її в належному стані? Коли мені дають талон на мийку, я її мию. Якщо талону нема, в автопарку не мою, так? Ну это же как бы некрасиво, это же должно быть приятно. Ну, мы разумеем. Все машины у вас грязные. Гарно. Тоже надо будет рапорт написать. Вот зверніть увагу, все машины практически грязные. Уточните, что. Вернемо, ладно. И дощу ж уже, насколько я понимаю, давно не было. Вернемо. А с приводу резины зараз? В первую очередь. Зараз безопасность ваша. Будете ехать на вызов, кому где-то в лужу попадете, понесет.